Вы знаете, честно говоря, мы первый раз участвуем в данном мероприятии. Нас несколько раз приглашали, но в этот раз удалось приехать. Очень насыщенное мероприятие. Очень много представителей нефтеперерабатывающих заводов. Мы сейчас знакомимся, заводим новые контакты. В целом, я считаю, что мероприятие очень полезно. Это только начало. Вот. И я думаю, что в течение дня и последующих суток мы познакомимся с другими компаниями, представим свое оборудование, нашу компанию. Ну, да, познакомиться удалось, но насчет выхода на уровень заключения контрактов, наверное, еще пока рано говорить, потому что мы только-только познакомились, вот пообщались с представителями компании Linde, с компанией Techno Empex, по-моему, вот, инжиниринговая компания ОНХП, вот, также мы вот пообщались онлайн с представителями Мозырского НПЗ, вот, и предполагаем, что мы встретимся с другими руководителями различных НПЗ и Краснодарского края, ну и в целом всей нашей России. Да, такие мероприятия очень важны, так как завязываются новые контакты, да, представители различных компаний делятся своими наработками, своим опытом, вот, и мы можем тоже где-то что-то свое представить, где-то какие-то презентации, вот, с тем, чтобы нашу компанию знали как можно больше.